Кто толкается у нас? Кто толкается? Я вообще поехал направо. Я тоже упал, это эпично! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радис, Алкоголь, Телькило, Енот, Какашка, Робби, пацаны, поздоровайтесь! Всем приветики, омлетики! Сегодня мы играем в GTA 5, экстремальные гонки, есть 5 кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, ребята, напишите в комментариях, кто же из нас, пацанов, выиграет. Надеюсь, что я затащу, потому что я же, как бы, наполовину лучший игрок. Ну, посмотрим, на у нас сейчас шансы у всех равны. А пока слышал. Я впереди всех. Ускорения тут нету, да? Нет. А, понял. Но я поехал. Ну что, давайте вспомним, как что тут и здесь. Кстати, карты скачал с официального сайта, здесь их столько много, поэтому если ролик наберет 2000 лайков, то значит мы что-то снимем более жестче. Хотя куда еще жестче, у нас прям вообще там прикольные карты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, у меня и мощи не хватит. Эй, придурок! Офигенная карта! Мне нравится, круто. Меня полетел. Выкинули, да, Серега? Меня выкинули, как мне? Р зажимай, зажимай. Р зажимаешь, Серега? Ага, я сдох. Ничего, Сережечка, ничего. Говнюк. Ребята, я не знаю, кто ты, но я надеюсь, ты сдох. Меня подрезали вообще. Даже не удивительно, что я еду первый. Это как обычное дело. Я кого-то выкинул. Сзади розовый. Это я. А я выкинул кого-то. А, я тебя выкинул. Извини. Серега, тебя я выкинул. Какашка ты, Артем. Я твой. Сзади розовый едет. Прям слышу его. Это я. Машину. Рахит. Это ты едешь, да, на розовый? Да. А что, тебе розовый цвет нравится, да? А нет, у меня просто форма рандомная розовая выбралась. Понял. Я решил этот выбрать. Я надеюсь, я вас догоню. Не, Серега, ты нас не догонишь никогда. Подрежьте ему, пожалуйста. А я не могу. А он никогда не сможет. Подрежь его. Красиво. Ого, они там летят, прям какие-то птицы, а не машины. Блин, круто, мне нравится. Давно мы GTA-шку не играли, но не растеряла свой навык. Мне кажется, в конце гонки случится какое-то месиво, и в итоге последние двое окажутся на первом. Я кого-то догоняю там, это енот, видимо, меня, да? Меня. Чего? Я на розовой машинке. Ой, сейчас ты криво полетишь немножко. Уже. Угу, я вижу. Все у нас по красоте. Да твою мать, не переворачивайся, машина. Воу-воу-воу. Ну, хотя бы красиво. Это было очень эпично. Так, ну что, я первый, у тебя будет финиш или что сейчас будет? Нет, 11 километров нам ехать. Да? Так мало? Прикольно. Полетела птица. Серега, если догонять ему, то я его подрежу. Ты не сможешь... Так, ты сначала... Как ты сзади меня вообще? Как ты меня догонишь, ты сзади Сереги? Воу, как это эпично, ребята. Я Тему догоняю потихоньку. Я вообще-то третий еду. А пацаны, как вам карта? Балдеж. Замечательно, я вспомнил эту карту. А я ни разу не играл, я эту карту не знаю. На красной машине это я. Вот у... Авария! Ты чего? Авария! Блин! Мама! Я сейчас проиграю! Да ладно! Ты пятый, Дима? Нет. Я пятый. Ты какой? Пошел в жопу, щенок. Надо сначала. А я-то выровнялся. Ну я-то понял, ну блин, я врезался в угол круглого дома. Отвали. А я енота подрезал его. Ой-ой-ой, красиво, его. Красиво. Ты меня развернул, а не подрезал, я в Диму. Я немножечко боком летел, ну ничего. Красиво играем, классная гонка, мне нравится. Не зря она выходит в лиге, это самая одна из топовых. На Steam 3 рейтинга, да. А мы сейчас будем играть, где будет 88, кстати, карта. Но если мы доедем, это долгая карта. Очень долго. А сколько мы проехали? Честно, уже третий круг пошел. А сколько вообще надо? Три, наверное, да, круга? На ответ нажми, там будет справа чекпоинт. Чёма, ты чё последний? Ё-моё, ну все, пацаны. Все, Серега, как кто там был, предсказал, что я запарю?
Так и случилось, а, пацаны. Радекс, который на первом месте. А какой кнопкой сбрасываться, вы говорили? А. Да все уже. Спасибо. Я третий, Дима. Ты последний, что ли? Да. О, я третий. Дима, я вообще вот первый. Это поворот. Что, мне нравится. А, во, я снова третий. Я четвертый. Я шестой. Вообще круто. Дима, ну, кто тебя тянул за язык? Не, ну может как-то и догоню еще кого-то. Всякое бывает, знаете. Вдруг повезет. То что? Не, уже финиш. Фантазер. Да, уже финиш? Все, уже перед финишем место. Запорол? Да, все, второе место. Боже, какие кончены. Я третий. Нет. Четвертый. А, бах какой-то. А нет, Дим, ты последний, все. Не, четвертый, это не последний. Ну, так на всего четверо последний. Загрузилось. А, да? Да. Понял. Ё-моё. Давайте, финиш. Половины взяли. Взяли белые мотоциклы такие же. Да. Затащить скилл. Блин, что красиво же. Нифига себе, у тебя что за мотик такой читерский? А тут у половины, Дима, всех такой. А, и то я рахитный, да, взял? Да. Ну ничего, будем на опыт брать. Блин, прикольно на мотоцикле кататься, мне нравится. Прям мощно. Отлично. Пока мне все идет хорошо. Сейчас будет, наверное, какая-то часть карты, где кто-то слетит с карты, и все. А что-то не видно, что кто-то слетать будет, мне кажется. Не-не-не, Серега, будет, и это будешь ты. Не. Да. В твоих фантазиях. Вспомнишь мои слова. Потом не расстраивайся. В итоге Дима сейчас... Да блин, так и случилось, я врезался. Что ли? Я предсказал. Ну ничего. Ты, походу, в меня врезался. Не, я в столб, там столбики были металлические. Да их вообще изично обойти, Дима. Да я специально, чтобы тебе было весело. Да ладно, если честно, завтыкал. Конечно, повыбирали мощнее мотоциклы. Ну, это, конечно, вы умеете. Какие же по мощности, ё-моё. Ну, мощность-то, может, и та же, но едут они быстрее. Тут опыт вообще берет. Блин, я вот обогнал двух, два был на первом месте сейчас. В итоге они меня обогнали, снова какашки. Кинок, он злой, он влезает. Мама. Едем. Да блин, я что, седьмой еду, последний? Я да первый. Ладно. Я первый. Надо было на машинах брать. Я проеду. Давай, летим, этот шлег. Почему я еду последний? Я взял мотоцикл. Вот, спасибо, Сереж. Конченый. И ноги. Спасибо, Сереж. Ты лучший. А сколько кругов? Три опять, да? Два. Наконец-то. Чувствую, я никого уже не догоню, я буду вот это последний. Мотоцикл голимый, вы говорите, не унывай, решает. Не унывай, Дима, сейчас ты на третьем месте будешь. А чё? Ну а вдруг обойдешь? А. Дима, не унывай. Как ты сказал, в фантазиях, да? Да, фантазия, это все фантазия. Во-первых, не пытайся. Пацаны, это читеры, я ж не ожидал такого. Реально, там кто-то упал. Там кто-то упал. Кто упал, мужики? Это я упал. Летим. Я не знаю, я просто встал на задние колеса, у меня просто нож. Ух ты. Тёма, дурак что ли, делать нечего. Так, столбики. Отлично. Полетели. Что, у меня и самого туда-сюда. На этих поворотах. Летим на все бабки. Все бабки. Не, на машинах я лучше, наверное, езжу. Но приехал тоже вроде... А каким я? Четвертым приехал. Ой, давайте кучковаться все четвером. Приехал. Летим. Я тут с телом, я тут с людьми, это первое место. Да, есть такое. Сейчас, ребят, подождите меня. Серега, шатара помощнее будет. Я проеду. Минуту надо обогнать. У вас, пацаны, мотоциклы побыстрее будут, что вы не говорите, но даже вас по прямой не догнать. Серег, ты меня опять подрезал, говнюк. Ты взлетел у меня. Серега, не толкайся. Извини. Толкай его.
Так, если летим. Тогда бы да. Да ну блин, я прям рядом возле вас был. Ребята, заезд номер 3. Выиграет сильнейший. Надеюсь, я затащу. Я так всегда говорю, но блин, ничего не получается. Так, дуэль, да, называется, говорить? По парам. А тут что-то раниться надо или что тут надо? Просто подожди, ехать? Опять-то ранит меня. Ой, чуть с карты не слетел. Я кто-то тоже. Все-таки... Кто-то все-таки... Кто-то слетел. Кто-то слетел. Отвали, тварь. Толкаться это плохо. Согласен. А вот кто толкается у нас? Кто толкается? Я вообще поехал направо. Я тоже упал, это эпично. Что нам за взрывы? А как возрождаться? F, нажимаешь? А, F. Так, блин, я потратил много времени, я думал R. F. Нормально. Ну что, как всегда, мы хотели в одно отверстие вдвоем пролезть. Не получилось что-то у нас. Но есть шанс, потому что карта такая, очень стрёмная. Это кто там пролетел на баге? Нормально, летим, сейчас догоню. Красная машинка. Не-не-не, вы не уходите от темы, вы там где пытались в одной... А вот секреты, секреты. А вот всё. А вот надо было слушать, надо было смотреть. Потом на видосик посмотрим. Юберный театр, я рукожоп. Со стажем, как и Дима. Все хорошо, Сережечка. О, ух ты ж, я слетел. Я вылетел. Отлично, тоже. Ребята, мне это нравится. У нас есть всегда шанс. Отвали. Не мешай. Не мешай мне занимать первое место. О, сейчас будет жестко, кстати. О, как тут? Ого. Дима, привет. Пока, Дима. Рахид, господи, я как конченый. Первый раз на спиралях, ничего не понятно. А там, короче, едешь прямо и потом... Ух ты! Прям жестко. Да, машина, конечно, несущая. Не работает твое право. Щенок. Нет, вот так. Да, наверное, я уже никого не догоню. Сложновато. А еще кто? Не с привычки а, мне. А, вот что я сделал. Но да? Я застрял в текстуре. Но я задолбался, блин. Пестичил. Отлично, я пятый. А не нот последний. Да я застрял в текстуре. Наконец-то, блин. Вот наказанный нот. Отлично. И я полетел. Это игра наказала енота за то, что он... Вначале. То, что я... Ух ты! Я то, что руинер самая лучшая тачка. Это ж ноты так врезались жестко. Руинер? Да, руинер. Самый офигенный рекорд. Новый рекорд, да. Рекорд самый медленный, дали. Круг 2. Ну ничего. Есть сюда шанс. Нельзя никогда отчаиваться. Я доеду зато. Я тоже так думал, что ты доедешь. Все, я доеду. Когда-нибудь жизнь. У нас есть чел, которого нету песков. Ну ничего. Четкое приземление. Да, вылететь наизично здесь. Особенно вот когда едешь толпой. Одному еще нормально. Поэтому надо было брать типа флот, гонка там было веселее. Ну ничего, нормально. А что, ты боишься проигрывать, да? Я четвертый еду, я нормально. А, ты нормально еще едешь. Я типа догоню сейчас. Если а, ты за Серегой еду. Я упал. Я упал, и Дима меня обогнал. Как ну конечно, и ну естественно, упал, Сережечка. Ничего, сейчас догоню тебя. Догоню тебя, какашка, Дима. Не, ты не сможешь. Смогу, а смогу. Первый вообще едет. Красиво. А уже сфинишировал Радекс. Нифига себе, он задрот. Так, догоняю челика, догоняю. Прям на соплях, вот можно и вылететь. Знаете, меня одно радует, что я не самый последний еду. Боже, как здесь легко занести может. Кто-то вообще кого-то... А, Дима, тебя занесло? Не, нормально, нормально, я пятый еду, не все так печально, как хотелось бы. Меня занесло. О, проехал. Не, на белом дюке кто? Я же говорю, меня занесло. Ну блин, чувака что-то догнал, был бы четвертый. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.